Всем привет! Второй день пребывания в Швеции. И вчера я так поверхностно уже записывала вам видео, потому что немножко была уже уставшая с дороги. Так как с аэропорта, с Мальмо, к которому мы приехали, был час еще езды до того города, где мы вообще сейчас находимся, это Хельсинбург. И потом то на площадку, то с детьми, то поговорить хотелось с подругой, поэтому как-то не до камеры было. Я надеюсь, меня слышно, и ветер, а также машины не будут перебивать то, что я вам рассказываю, вы в итоге услышите. Постараюсь вам побольше позаписывать все и отвечу, конечно, на те вопросы, которые вы мне пишете в личку. Потому что я сейчас пишу посты, видео, конечно, появится позже, а я сейчас в Инстаграме пишу посты о Швеции. Очень многим интересно, как вообще с ребенком я прилетела сюда, потому что я летела сама. Ну, на данный момент пока мне все классно. И знаете, то время, когда я жила здесь 5 лет назад, очень много чего изменилось. Ну, как бы сам город, по сути, не изменилось ничего. Но вот я чувствую, что я изменилась в этом городе. И классно смотреть на те места, которые несут воспоминания какие-то. Не знаю, есть ли у вас так или нет. Рука будет дергаться, потому что я с коляской иду. Ну, я думаю, вы меня простите. Подруга работает. Сын ее либо в садике, либо у бабушки. Поэтому мы сейчас гуляем. Чтобы перейти дорогу, нужно нажать на автомат и ждать. Потому что если не нажать, то так и будет светиться красный свет, и вы не сможете перейти. О, переходим. Каждому дому пристроен такой мини-домик, где выкидывать мусор. Мусор в Швеции сортируется. И мы сейчас идем вниз, это подвал. И там стоят, там как типа мини-гараж, там стоят и велосипеды, и коляски, а также в каждой квартире свое отдельное место, чтобы хранить вещи. Я вам сейчас покажу. Во многих квартирах нету стиральной машинки, но есть отдельное помещение. Тоже нужно выйти из подъезда и зайти в это помещение. И там вы записываетесь на очередь и потом приходите и стираете свои вещи. Это сделано для того, чтобы экономить электроэнергию. Вот так выглядит, можно так сказать, мини-гараж. Мы сейчас ставим коляску, и автоматический свет включается. Вот здесь стоят коляски, а немножко дальше стоят велосипеды. И здесь еще очень-очень много мест для велосипедов. Хранятся вещи каждого жильца. То есть у каждой такой, можно сказать, клетки есть свой номер. И вот так вот, шведы хранят свои вещи. Заходишь, ложишь, и все, и хранятся вот так вот вещи. Ну, а здесь так сделано в каждой квартире. То есть можно пройти дальше. И ну вот, как-то так это все выглядит. И вот такая вот идет крученая лестница наверх. Четырехэтажный дом, поэтому по крученой лестнице сейчас будем подниматься с Эмилькой. Дюа. А еще подружка мне сказала, что, ну, чтобы войти вот в эти, типа, как гаражи, нужно иметь чип. И этот чип подходит еще к основной двери, там, где вообще вход. И сейчас в некоторых домах есть такая возможность, что если ты забыл чип дома, то ты можешь эту открыть входную дверь через приложение телефона. Представляете, я была вообще в шоке, я первый раз с этим сталкиваюсь, когда можно открыть входную дверь через приложение телефона. Так что вот такая вот современная Швеция здесь. Я уже второй раз или третий выхожу на улицу. Заходили домой, кушали еще тоже.
И знаете, что мне здесь приятно удивляет, точнее улыбает? Это то, что с тобой всегда на улице будут здороваться шведы. Они очень дружелюбные и милые. То есть, если вы идете на улице и вам скажут «хей» либо «хей сам», то не удивляйтесь, с вами просто поздоровались. Вот такие вот они дружелюбные и приветливые. Еще в Швеции так, что неважно, мужчина ты или женщина, ты выполняешь одинаковую работу. То есть на стройке иногда можно увидеть женщину, которая работает водителем, может быть, даже курьером она быть. Также я сегодня шла, и на улице женщина с ветродуя такого убирала улицы, то есть листья. Поэтому здесь равноправие идет, это то же самое, как и после развода. То есть если вы разводитесь со шведом, и у вас есть дети, то неделю они находятся, дети, у мамы, а неделю у папы. Еще, наверное, ни для кого не секрет, и вы, наверное, тоже уже знаете, что Швеция поддерживает гомосексуалистов и лесбиянок, и также им выплачивает пособие. Вышли на прогулку с Эмилькой, и вот это пролив Эресун, который соединяет Швецию, то есть это Хельсинборг, там где мы сейчас находимся, вместе с Данией. То есть вон там вдалеке, наверное, вам уже, наверное, не видно это на камере, уже Дания, и там Хельсингер. И, кстати, совсем скоро мы поедем в Хельсингер на корабле. И вот некоторые люди уже купаются. Здесь не глубоко, но очень тихо, красиво, спокойно. Безумно классно. И здесь еще база такая отдыха, типа кемпинг на машинах. Это очень популярно в Швеции тоже. То есть они приезжают, останавливаются, отдыхают на машинах. Видите, целый такой автопарк домов на колесах. И люди загорают. Просто нереально классная погода, поэтому будем сейчас наслаждаться, отдыхать. Forever young.